Сборная Хабаровского края завоевала 6 медалей в национальном чемпионате Обилимпикс. Это конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году финал проходил в Москве. В нем приняли участие всего более 1000 человек. Репортаж наших корреспондентов. В аэропорту Хабаровска участников чемпионата Обилимпикс встречают журналисты, родственники, педагоги и одногруппники. В этом году в финал национального чемпионата вышли 16 жителей Хабаровского края. Шестеро из них заняли призовые места в таких компетенциях, как малярное дело, вязание спицами, портной. Константин Дорогайкин завоевал золотую медаль в дисциплине ремонта и обслуживания автомобилей. Три раза он участвовал в чемпионате во время учебы в техникуме. В этом году впервые в качестве специалиста и победил. Задание было разобрать двигатель, сделать замеры и провести его сборку. К этой награде шел долгие годы и старался ради нее. И то, что я ее смог достичь, меня очень радует. Хабаровский край присоединился к движению Обилимпикс 6 лет назад. Это аналог WorldSkills, но участвуют в нем люди с ограниченными возможностями здоровья возрастом от 14 до 65 лет. Конкурс проводится по 80 разным компетенциям в трех категориях – школьники, студенты и специалисты. Цель соревнований – показать работодателям возможности участников и доказать, что они могут освоить профессию в совершенстве. Очень сложно, потому что всех субъектов отобраны самые лучшие ребята. В сборную был включен психолог специально для таких целей, чтобы беседовать с ребятами как перед началом соревнований, так и после по итогам. Уже в ноябре в регионе начнется подготовка к чемпионату Обилимпикс, который пройдет в следующем году. Дарья Небора, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».